Мы на бульваре. У нас приняты меры безопасности. Еще проверяют. Спасибо. Нас тоже проверили. А у меня липа. Очень вкусно пахнет. А? И шарик. Вась, ты с шариком все загородила. В общем, нас тоже проверили на момент безопасности. Что у нас в пакетах, что у нас в сумках. Но мы не запищали, слава богу, ничего. Режущих, колющих у нас тоже нет предметов. Помада колющая. Ну, смех смехом, а в последнее время, да, это все страшно. В общем, все правильно, молодцы сделали. Мы не против, что нас проверили. Лер, ну мы же не против, что нас проверили, нет, правда? Нет. Все в добровольном порядке. Вася, ты куда? Как туда? Никуда. Так. В общем, фигурка. А? Вася, интересно. У нас мелкие денежки. Нужно денежку положить, чтобы с тобой... Она не притворяется. Она специально, так? Она притворяется статуей. Да. Это чтобы с ней сфотографироваться, нужно монетку положить. Вот смотри, Вася. Ну, ей, наверное, 30 лет. Конечно. Мама, я хочу с ней сфотографироваться. А, это платно. Лер, достань монеточек, Лер. Она улыбнется. Монеточка навсегда серебряная? Да нет, конечно. Даже сейчас. Вон там в коробочку, Вась. А тебя из-за шарика не видно будет. Давай мне шарик. Иди в коробочку, положи. А тебя видно будет. Я тебя просто сниму и все, не буду фотографировать. Да иди с бабушкой фотографируй. Нет, давай вставай ты. Я иди бабушку фотографируй. А потом ты на мой фотографируешь. Спасибо. Вась, тебе улыбнулись. Подожди. А вы не отойдете? Очень мило. Сейчас, пойдем, Вася. Спасибо, скажи. Очень красивая девочка. Да, Лер? Мама. Да. Лицо. А потому что она статую изображает. Конечно, живой человек, конечно. Все идут и думают, живой, не живой. Нет, у меня даже пальцы прокрасили. Да, пойдем. Ну мы такое... Вася, ты, может, не помнишь, а мы когда были в Анапе, тоже такое же там было, да? Лев, помнишь?